Малыши, Бэби Аннабель, Алиса, Миша, сегодня я вам разрешаю спать вместе. Ура, как здорово, наконец-то мы будем спать вместе. Да, только вы должны мне пообещать, что не будете баловаться. А еще вы должны пойти почистить зубки и переодеться в пижамки. Ну а тем временем, как вы будете выполнять мое задание, я пойду наберу ваши бутылочки водички. Ура, девочки, кто за мной? Давайте еще пока поиграем. Миша, стой, я тебя догоню. Эй, вы куда? А как же мамино задание? Нужно чистить зубки. Успеется. Давайте лучше играть в догонялки. Миша, Миша, да стой же, я тебе говорю. Ребята, прекратите баловаться, я устала за вами бегать. Малыши, у меня уже все готово. Я заполнила ваши бутылочки водичкой, а еще постелила огромный диван на троих. А вы почистили зубки, надели пижамки. Ой, а мы не успели. Как не успели? Вы же мне обещали. Миша и Бэби Аннабель решили поиграть в догонялки, и мне не удалось их установить. Ну что же, раз вы не выполнили мое задание, то сегодня вы спать вместе не будете. Если вы балуетесь и не слушаете маму, то будете спать раздельно. Но вначале я вас переодену в пижамки. Это для Миши, это для Бэби Аннабель, ну а это для Алисы. Ну а теперь я сама почищу вам ваши зубки. Сначала Миша. Теперь Бэби Аннабель. Ну а теперь Алисе. Ну а теперь настало время ложиться спать. В этой кроватке будет спать малышка Бэби Аннабель. Держи свою сосочку, бутылочку с водой. И погремушку. Здесь сегодня будет спать Миша. Закрывай быстрее свои глазки. Вот тебе твоя пустышка, бутылочка с водой и погремушка. Ну а в этой кроватке будет спать моя малышка Бэби-Бун Алиса. Держи свое одеяльце, розовую пустышку, бутылочку с водичкой и погремушку. Вот так сегодня наша мама не разрешила нам спать вместе. Это все из-за Миши и из-за Бэби Аннабель. В следующий раз я обязательно скажу им, чтобы они не баловались и выполняли мамины задания. Алиса, а чего это ты тут болтаешь? А ну-ка, ложись спать, моя дорогая. Уже очень поздно. Хотите еще больше видео с Бэби Бун? Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И смотрите мои другие видеоролики с куклами и пупсиками. Пока!